На разведку отправили детей. Проверить лед новой ледовой арены в Сергиевом Посаде. Площадку обкатывали юные хоккеисты детско-юношеской спортшколы «Центр». Арена почти готова к открытию. Строительство завершено, идут пусконаладочные работы. В тестовом режиме проверяют качество льда и холодильных установок. Пока нас все устраивает. То есть мы работаем напрямую с главным инженером ледовой арены. То есть все свои замечания мы ему говорим. Он прислушивается, они регулируют температуру льда, температуру воздуха, потому что пока нас все устраивает. Тренеры отмечают, им важно понять, как режется лед. Первые тренировки на арене назвали техническим прокатом. Пригласили, конечно, профессионалов. Наших ребятишек из детско-юношеской спортивной школы, они в таком тренировочном, в тестовом режиме сегодня смотрят от раздевалки до льда, до шайбы, до клюшек, до ворот. Очень хочется не ударить лицом в грязь, когда мы официально скажем, что пригласим всех наших жителей района и гостей, что мы открылись. Поэтому проводим, еще раз говорю, проводим пусконаладочные работы в тестовом режиме. В течение дня нагрузку на площадку увеличивали. Вечером лед нарезали взрослые хоккеисты. Обкатывать площадку и искать оптимальную температуру льда планируют еще несколько недель. Затем долгожданное открытие первой в Сергиевом Посаде ледовой арены. Евгений Самсонов, Евгений Шевченко. Программа «События».